снимаем пляж Лимассола. Вот оно, Средиземное море. Пляж, народу мало. 20 сентября. Там инжир. Растительности мало. Песок вулканический, мелкий очень. Камней мало, вот. Такие булыжники. Вода чистая, но это не ионическое или адриатическое море, где там вот нефритово все. Здесь такого нет, ни лагун, ничего. Похоже на Черное море чем-то, но получше все это. Мы на окраине Лимассола. Вон там центр, все остальное. Все идет по побережью. Здесь так называемая тропа здоровья, все бегают, типа здорового жизни, кто может, уходит, бегает. Здесь уже камни идут. Купаться не везде можно зайти, водоросли бывают. Никого. Ну а все побережье это пляж. Кто приезжает, кто-то думает, куда бы пойти. А там вот у камней спокойно можно купаться, такое нормальное место. Никто не мешает, если. И есть любители, чуть дальше идет пляжи, где лежаки и все такое. И за что тут не надо платить, как бы, если просто пришел, никто никого не трогает. Делать что хочешь вообще. Пальмы. Стенка, по которой лазает много гекконов. Огромное Средиземное море. Ну все.